Ребят, подписывайтесь на канал «Все по маслу», чтобы у вас... Йоу-йоу-йоу, Димон, бро, здорово! Кать, ты что, это снимаешь? Он дал вилку! Девочки, а вы знаете вообще, что мы снимать будем, нет? О, да! Не хочу отсюда уходить! В общем, приехали мы на съемки одного очень странного видоса. 10 девушек будут нюхать топовых блогеров. Меня там нет. Это Лист ТВ, скоро подъедет Янго. Так, парни, слушайте, у вас же жены есть. Что скажут они после того, как увидят видео, как вас нюхают 10 девушек? Моя не увидит. Почему твоя не увидит? Она слепая. Ребят, мы в поисках оператора. О нет, вот он. Так, сейчас будут объятия. Девочки, а вы знаете вообще, что мы снимать будем, нет? Порноху. Все верно. И все ведь пришли. Расскажи, вот мы с тобой меньше всех знакомы, я здесь всех знаю. Я вообще с тобой не знакома. Расскажи. Ты классный, ты мне нравишься. Спасибо, спасибо. Кстати, вот это моя девушка. А это девушка Дима. Вот это самый интересный уголок, да? Самый интересный уголок. Ну, как ни странно, вы стали выглядеть хуже. Ребят, мне интересно, знаете, извините, что перебиваю вас, каково быть 20 лет на Ютубе? Спасибо. Ну, тебе нравится? Вау, сейчас вы еще все страшнее. В общем, ребята, я сейчас приехал к своему другу-блогеру Тимуру Сидельникову, чтобы снять совместное видео. Это будет прямо бомба! Вообще, ребята, у нас сейчас практически будет шоу по домам. По домам у Тимура Сидельникова. Это для тех, кто смотрел MTV. Так, а, вот она. Йоу-йоу-йоу, Димон, бро, здорово. Дима, все по маслу, давай. И покажу тебе свою хату. Зацени сразу, какая у меня клевая коллекция тапочек вон там. Воу-воу-воу-воу-воу. А ты вот эти тапки видел, а? А? Как в отеле. Короче, заходи, смотри тут вообще. Да. А ноутбуки, квадрокоптер. Ютуб смотришь вообще, нет? Ютуб смотрю, YouTube, бывает. Ютуб, офигенный канал. Вот я вообще просто постоянно залипаю. Прям четко. Ты посмотри лучше на этот стол. Сколько тут бабла, ты посмотри, какое тут бабло. Охренеть! Твою мать, ты посмотри. Вот это редко, вчера зебру завалил, вчера. Свежак, это сегодня мы на сафари летали. И я смотри, короче, рисую еще, да, понял? Ты рисуешь еще? Да, смотри, я... Да ладно! В общем, спасибо, Кать, ты настоящий профессионал. Я Даник, Екатерина, которая вот прошмыгнула рядом, и сударь, конечно же, куда бы без него. Мы сегодня отправляемся на самый высокий каток в мире, наверное? В Европе. В Европе. Нет? Нет, что в мире хоть один сделал. Давай, рассказывай, кто ты, что ты? Зачем? Я работаю с Димой. На уже. Я архитектор. Ребят, честно говоря, Москва-Сити – это одно из самых любимых мест у меня в Москве. Потому что здесь реально чувствуешь особую атмосферу, могущество. Нереально круто. Так, так, так. Ух ты. Я думала, это кожа. Ну что, ребят? Это мы в фильме «Пассажиры». Закрывается. Следующая станция. Добро пожаловать. Здравствуйте. Здрасте. Мы на каток. На каток? Да. Хорошо. Каток сюда. Хороший лифт. Отдельный лифт. VIP лифт на каток. Что тут происходит? Сейчас у тебя звук. Курсовет? Андрюх, ты реально секс? Я здесь с правильной стороны тебя снимаю. Именно эта сторона рабочая. Господи, ругается начальничек, ругается. Не выебывайся. Хорошо. Привет. Это еще одна нюхальщица. Девчонки, сейчас придет очень красивый мальчик. Пожалуйста, не тайте, ладно? Особенно ты. И ты. Привет, Даник. Девочки, тише. Да я видел, как ты сам дернулся. Улетаю. Даник, замолчи, пожалуйста. Хорошо. Мальчик, причем на нас смотрит. Не смешите его, ну пожалуйста. Ну. Так, девчонки, теперь проходим в специальную комнатку. Проходим. А-а-а.
два рецепта доширака в одном видео. Значит, наша задача сейчас превратить обычную кухню в кухню блогера. Готово. Чек. Сейчас, значит, я покажу настоящий рецепт терияки. Не вот это вот херня, вот. Терияки соус. Терияки это не соус. Давай, твой выкинем нахрен. Терияки это рецепт. Так, ну что, с чего начнем? Что мне делать вот этими руками? Ну, помыть сначала. Мы же готовить будем. Точно. Так, ну как все мужики делают, чисто под водичкой вот так вот одну руку помыл, который, ну вот вы поняли, что держал. Ну и все, нормально. Дорогие итальянские травы. Ну если они дорогие, как... Ни***а себе! Что это такое, ёп? Семерка, 7+, 6S, iPad mini, трекпад, iPad, какая-то херня и Samsung. Так, так, так. Снимай все. Ух ты! А у тебя есть Инстаграм? Есть, конечно. Давай, показывай. Смотрите, какая она тут подглядывает. Как много шкафов! Мы в Икее, ребята! Ребята, спасибо. Мы пошли. Охереть, он под открытым небом, ребят! Охереть, ребятки! Блин, как же на камере это плохо видно! Просто охереть! Я думал, кататься мы не будем! Тут охеренно! Ну как тебе, Кать? Офигенно просто! Нет слов! Не, на самом деле очень круто! Ебу! Охереть! Чуваки, вот тут собраны все самые красивые девчонки из моего контакта. Чувак, из моего. А кто тебя пригласил? Никита. Никита какой? Ты что себя пиаришь так, чувак? Сударь, во-первых, а не Никита. Ребят, если что, вот эту бородатую креветку зовут Никита. Всем привет, меня зовут Макс Брандт, и это мой влог сегодняшний. Не его. Не мой, ладно. Это влог Яна. Ребят, подписывайтесь на канал «Все по маслу», чтобы у вас папа не погасла. Кость, на какой канал надо подписываться? «Все по маслу». Красавчик, на какой канал? «Чуйская долина». Сволочь. Порядок морской. Ребят, порядок морской. Порядок морской. Да, феромоны, к сожалению или к счастью, победили, но отрыв небольшой. Девчонки, спасибо, что пришли на прощание, пожелания нашему каналу. Счастья, здоровья. Развитие. Быстрее снимайтесь. Начните платить уже. Больших рейтингов. Креативности. Больше пота. Да покормите, наконец, нас. Вот что ты сперва выйдешь? В общем, ребят, я у Тимурки скоммунизил вот такие очки для съемок. Мы половину видео сняли уже. И, честно говоря, оно немножко больное. Если хотите это увидеть, просто бегите по ссылке в описании. Доширак терияки. Честно, я стою, думаю, получится у нас вкусно или нет. Как ты думаешь? Честно говоря, мне кажется, получится полная херня. Но, если что, на видео скажем, что все было очень вкусно. Схема рабочая. Варю дошек, жарю мясо на сковородке. Значит, чеснок ты в банке из дорогих специй хранишь, кунжут в банке из-под брусники, а это вообще стиральная машина. Вот так вот просто приехал и готовлю жрать Тимуру. Я вот думаю, может тебя на утро оставить, ты мне яичницу еще сделаешь? Ребят, в принципе, выглядит вполне себе нормально. Слушай, ну мне кажется, это уже готово. Попробуй, а ты попробуй, как истинный повар. Ты мне дай вилку, чтобы попробовать. Он дал вилку. Ты из мусорки достал? Да. Да ладно. Да ты гонишь. Да не может быть это вкусным. Это вкусно, чувак. В общем, давайте угадаем, где мой доширак. Пишите в комментариях, лево или право. Но, честно говоря, даже я немножко путаюсь. В общем, ребят, настал тот невероятный момент. Наконец-то поедим! Согласись, мой круче. А, твой, ну, круче, но мой лучше.
Все. Все? Ну и все, пошли домой, значит, ребят. Охереть! У меня просто в голове не укладывается. Мы на нереальной высоте, просто нереальной. Одна из самых высоких башен Европы, и мы здесь катаемся на коньках. Кать, ты что, это снимаешь? Я не понял. Катя, а почему вы меня не позвали, а? Красиво, я поехала. Как тебе готовится? Мне, в принципе, прикольно. Это... Честно говоря, вот если бы здесь света было бы поменьше, было бы лучше видно, что происходит за окном в темное время суток. Не хочу отсюда, уходи! Придется, Димка, придется! Я знаю! Ведь впереди Госбастер! Я интригант! Все по маслу! Эй! Все по маслу! Все по маслу! Все по маслу! Эй! Эй! Все по маслу! Эй! Эй! Все по маслу! Эй! Эй! Все по маслу! Эй! Ребяточки, вот и конец влога. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Мы всех очень любим. Муа! Пока!